Уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, добрый вечер, партнеры. Вижу, что нас сегодня немного, возможно, все ожидают и смотрят новости в интернете, касаемо развития технологий и прочее, но, в принципе, не меняется партнерская программа, да, она присутствует всегда, у каждого есть возможность создать источник дохода сейчас вместе с компанией, не дожидаясь даже демонстрации технологии, не дожидаясь того, как мы покажем в действии первые действующие юнибусы. Вот. Поэтому у нас сегодня с вами материал, касаемый непосредственно партнерской программы. Вижу, что людей немного, да, и в принципе некоторые имена мне уже знакомы. Вот хотелось бы понять, есть ли те, которые, скажем так, не разобрались в маркетинге, может кто-то даже не слышал. Если таковые люди есть, поставьте там, ну, цифру 1, например. Вот. Я знаю, что на целом ряде мероприятий, которые в последнее время у нас проходят, я оставил видеоролик, а потом как бы отвечал на вопросы. Думаю, как поступить сейчас. Кстати, за новостями все следят? Сегодня кто-нибудь заходил в раздел новостей на сайт, видел ли информацию касаемо развития, точнее, открытия мероприятий на транс? Вот. Людмила Украина написала «да». Ну, я думаю, Эльвира тоже посмотрела, предполагаю. Вот. Выложено первое видео, выложено, скажем так, первые записи того же Тебейкова. Виктор Бабурин с утра давал информацию в своем перископе. Вот. У нас в Москве скоро будет мероприятие в четверг. Живая презентация. Кстати, завтра в 17 часов у нас будет не обзор личного кабинета, а завтра у нас будет мероприятие презентация компании Skyway Capital, потому что в четверг в режиме онлайн его не будет, как обычно, в 6 часов вечера. У нас в Москве в 19:30 презентация, на которой мы будем знакомить вновь пришедших с проектом нашей компании, будем делиться свежими, скажем так, новостями с Синотранса и так далее. Вот такие дела. Те из вас, кто сейчас находится на нашем вебинаре, видели видеоролик, который мы обычно, ну, в последнее время, который оставили, где рассказывается о маркетинг-плане нашей компании. Вот. Просто доходчиво в течение там 7 минут, если не ошибаюсь. Если есть кто-то, кто не видел, ну, дайте мне знать. Если таковые люди имеются. Потому что, в принципе, я знаю те, кто развивает партнерские структуры. Так, ну никто из вас не ответил, но тем не менее. Да, Людмила с Украины сбросила эту ссылку. В принципе, уже, наверное, смотрели много раз, да. Ну, вот таким вот образом. Давайте тогда, может, с вами в формате таком пообщаемся. Может, какие-то вопросы есть? А, вы Бабурина сбросили в перископе, ну, это хорошо. Вот. Давайте, может, мы и сегодня, скажем так, так как людей немного не будем отходить в сторону от того, что дело, скажем, тоже пятницу и так далее. Сейчас время 7 час, чтобы не отнимать у вас много времени, да, я не знаю, у нас часто люди опаздывают, кто-то приходит позже и так далее. Давайте поступим следующим образом. Я вам сейчас ролик включу, в котором, скажем так, сделано грамотно изложена информация касаемо нашего маркетинга. Вот. А после него вы можете мне задать вопросы, ну, может быть, даже не касаемо этого маркетинг-плана, не касаемо партнерской программы. Вот. И потом с вами пообщаемся. Как вы на это смотрите? Если да, просто плюсики поставьте. Три восклицательных знака. Спасибо вам, Эльвира. Вот. Тогда я включаю этот ролик. Надолго не прощаюсь, 7 минут и дальше, когда с вами поговорим, ну, может, какие-то, я не знаю, вопросы могут быть самые разные. Я не могу за вас их задать себе, да, но тем не менее. Партнерская программа компании Skyway Capital – возможность, которая позволит вам начать зарабатывать уже сегодня, не имея для этого специального образования. Все, что вам нужно, это рассказывать о компании тем людям, которым вы искренне желаете успехов и процветания. Люди очень охотно присоединяются к компании, и уже более 250 тысяч человек прошли регистрацию и активно интересуются нашими общими успехами и вносят свой вклад в общее развитие. Итак, представляем вам партнерскую программу компании Skyway Capital. Квалификации партнерской программы. Партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, это клиент.
Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете, знакомиться с технологией Skyway, задавать вопросы и получать ответы сотрудникам службы технической поддержки, приобретать акции и ждать выхода компании на мировой рынок. После заключения партнерского соглашения в вашем личном кабинете вы получаете статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 4 уровней своей команды. С 1 уровня он получает от суммы инвестиций 15%, со 2 – 4%, с 3 – 2%, с 4 – 1%. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $100. В первом поколении есть минимум 2 человека с объемом личных инвестиций не менее $100. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $300. Консультант может рассчитывать на следующие вознаграждения с 5 уровней своей команды. С 1 уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со 2 – 5%, с 3 – 3%, с 4 – 2%, с 5 – 1%. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее $200. В первом поколении есть минимум 3 человека с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее $2000. Лидер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 6 уровней своей команды. С 1 уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со 2 – 7%, с 3 – 5%, с 4 – 3%, с 5 – 2%, с 6 – 1%. Мастер. Условия выполнения квалификации. Мастер. Объем личных инвестиций не менее $1000. В первом поколении есть минимум 3 лидера с объемом личных инвестиций не менее $200. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $5000. Мастер может рассчитывать на следующие вознаграждения с 9 уровней своей команды. С 1 уровня он получает 15% от суммы инвестиций, со 2 – 7%, с 3 – 5%, с 4 – 4%, с 5 – 3%, с 6 – 1%, с 7 по 9 – 0,5%. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Эксперт. Объем личных инвестиций не менее $5000. В структуре есть 3 мастера, 2 из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $10000. Эксперт может рассчитывать на следующие вознаграждения. До 20 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С 1 уровня 16%, со 2 – 7%, с 3 – 5%, с 4 – 4%, с 5 – 3%, с 6 – 1%, с 7 по 9 – 0,5%, с 10 по 20 – 0,2%. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее $10000. В структуре есть 3 эксперта, все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее $30000. Топ-эксперт может рассчитывать на следующие виды вознаграждения. До 24 уровня своей команды получать вознаграждение от продаж в своей команде. С 1 – 17%, со 2 – 7%, с 3 – 5%, с 4 – 4%, с 5 – 3%, с 6 – 1%, с 7 по 9 – 0,5%, с 10 по 20 – 0,2%, с 20 по 24 – 0,1%. На своем экране вы видите общую схему выплат и условий по партнерской программе. Нажмите паузу и изучите более детально. Дополнительный бонус для активных партнеров. Схема выплат вознаграждения по количеству оплат в первом поколении, или другими словами, за личные продажи. Условия получения бонуса. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих 4 пакетов. За купленные с 6 по 9 пакеты в первом поколении начисляется по 16%. Начиная с 10 пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости 9 пакетов.
Закупленные с 11 по 19 пакеты в первом поколении начисляется по 17%. Начиная с 20 пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости 19 пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Пример из расчета пакета акций на $50 вы видите на своем экране. Нажмите паузу и изучите. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода – $30 и более на бонусном счете. Условия роста квалификации – объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Особенности партнерской программы. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – $15. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 18% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по уровням в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничений по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. Более подробно о маркетинг-плане вы можете узнать, посетив онлайн-встречу с Максимом Ведро, где он более детально рассказывает о каждом моменте. Расписание занятий на сайте. Также вы можете самостоятельно изучить маркетинг-план в своем личном кабинете. Как найти информацию в личном кабинете, вы видите на своем экране. С уважением, Skyway Capital. Итак, друзья, в принципе, все достаточно просто. То есть сам по себе маркетинг действительно очень простой. Да, и к тому, что было сказано, я, наверное, могу добавить буквально пару пунктов, пару слов. Да, вот нас стало немногим более, чем тогда, когда мы начинали данное мероприятие. Вот. Там, где у нас есть преимущество, там, где есть превосходство маркетинга по сравнению с целым рядом других партнерских программ, а в мире MLM-бизнеса, например, да, если говорить об этом, этих партнерских программ, точнее, этих маркетинг-планов, там несколько тысяч, то есть, я так думаю, что более 4, более 5 тысяч штук. И каждый преподносит, что маркетинг-план уникальный. Да? То есть, у нас есть очень важный момент, который следует за тем, что маркетинг-план компании Skyway Capital можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. Да, это очень важно, потому что на сегодняшний день в мире партнерских программ не так много компаний, которые используют подобные маркетинги в плане произошел какой-то товарооборот, движение товарооборота в вашей структуре, да, практически мгновенно вам на бонусный счет и на акционный счет, как было сказано в ролике, идут начисления. На сегодняшний день начисление на акционный счет идет половину меньше, чем на бонусный. Вот те проценты, которые говорилось в роликах, да, в ролике, да, это проценты, которые вам начисляются на бонусный счет. На акционный половина, 50%. Я не могу утверждать, я не знаю, когда это может произойти, но тем не менее, я думаю, что у нас сейчас в комнате есть люди, которые еще помнят ту ситуацию, когда по маркетинг-плану нашей компании одинаковое количество денежных средств начислялось на бонусный, на акционный счет. Акционный счет действительно это подарок судьбы, да, то есть это подарок Анатолия Эдуардовича Юницкого, руководства компании. То есть даже если вы проинвестировали наш проект на сумму всего $15 и приняли активное участие в построении партнерской структуры, но вот не было у вас денег. А потом вы думаете, ну что, я зарабатываю деньги, их много приходит на бонусный счет. Да? Но я могу акционные деньги потратить на приобретение любого пакета далее компании. Вас никто не может заставить тратить деньги с бонусного счета. А вот с акционного вы можете значительно увеличить свой портфель инвестиций в нашем проекте и наращивать постоянно до тех пор, пока будет сохранена возможность и будут начисления на акционный счет. Не исключен вариант, что вот пройдет мероприятие в Берлине, да, перейдем мы на следующий этап, и руководство может принять решение об уменьшении начисления процентов на акционный счет. Это может быть 30, это может быть 25, это может быть 20, да, это может быть 40, я не знаю, потому что я сотрудник компании, мне, как правило, это говорят, может быть, чуть-чуть раньше, чем вам, может, на несколько минут, может быть, на день, да, но, тем не менее, это может произойти, потому что Анатолий Эдуардович Юницкий, он говорил, что, уважаемые, мы не будем все время раздаривать акции. Да? Мы действительно на первом этапе благодарим тех партнеров, кто принял активное участие в построении партнерской структуры и помогает нам активно привлекать инвестиции. По сути дела, вся ваша деятельность, которую вы можете делать благодаря партнерской программе, вы способствуете тому, что больший объем инвестиций приходит к нам. Соответственно, компания с вами за это делится, я считаю, довольно справедливо и
Хорошо, да. Вот. И еще очень важный момент, то, что это маркетинг-план мгновенных выплат, да, теперь касается квалификации. Мы вам говорили, что вот здесь сказано, что нам квалификацию подтверждать не нужно. То есть фактически с первого момента маркетинг накопительный, все, что вы делаете, продвигает вас вверх по карьерной лестнице, да, если вы при этом еще, скажем так, отбираете себе партнеров, помогаете им развивать. Вот. Если среди ваших партнеров именно в первом поколении есть активные последователи в этом бизнесе, соответственно, вы будете расти в квалификации. Потому что привязка у нас идет к первому уровню товарооборота и количество партнеров, да, вот из тех необходимых трех условий, которые мы говорили по каждой квалификации. Вот. Соответственно, квалификация, да, ее не нужно подтверждать. Вот. И как только вы выполняете следующий квалификационный уровень в соответствии с товарооборотом первого поколения личной закупки, да, вот, и количество партнеров, которые достигли предыдущей вашей квалификации, ну, в тот же день вам будет присвоена следующая квалификация. В большинстве компаний, более там 95, может даже 99%, это происходит либо в следующем месяце, если это классический маркетинг и так далее, либо в следующей неделе, если компания там какая-то матричный маркетинг-план имеет, либо бинар. Вот как бы, наверное, дополнение к ролику, который не прозвучало в записи и которого, в принципе, нет на слайдах, который я обычно озвучиваю. Вот. Если у вас какие-то вопросы относительно партнерской программы, относительно всего того, что происходит, вот, Лидия Москва, я вижу, появилась, да, фамилия не указана, у нас Лидия, имя, которое ласкает мне душу, потому что у меня супруга имя Лидия, да. Повторю еще раз, как в начале вебинара, то, что четверг, 19:30, гостиница «Татьяна», первый этаж, зал «Марина», у нас будет проходить живая презентация, на которой, как всегда, будет разыгран сертификат на 1000 акций книги Юницкого. Кстати, на этом мероприятии можно приобрести книги Юницкого «Небесной дороги» в твердом переплете, в мягком переплете, с подписью, да, по выгодным ценам. Тоже это, скажем так, касаемо московской презентации. Еще раз повторю свой вопрос. Есть ли какие-то непонятные моменты, может быть, какие-то пожелания, не знаю, у вас есть, касаемо там донесения информации, касаемо того, как проходят наши вебинары, вот, чего мне хватает и так далее. То есть, это очень важно. Дайте обратную связь, если у вас такая сейчас есть, если у вас есть какой-то вопрос, который не дает вам покоя и так далее. Прохладно у нас здесь в офисе. Вот. Ждем включения отопления. Одно могу сказать, действительно, мы тоже здесь и в офисе, да, работают менеджеры, обзванивают наших партнеров, делятся информацией, кому-то помогают сделать инвестиции в наш проект. Но мы тоже следим за всеми новостями, которые нам приходят из Берлина. Вот. Пока мы видели Юнибус, пока мы видели Юнибайк, там Сибирякова, Суходоева, Ирину Волкову, еще целый ряд, скажем так, делегаций наших партнеров целого ряда стран. Борис Аяса, который привез с собой несколько людей из Скандинавии, он в Норвегии сам работает. Вот. Поэтому следим за новостями, ждем, скажем так, потому что если внимательно слушали с утра то, что говорил Виктор Бабурин, как раз эти первый и второй день, сегодня и завтра, да, это, скажем так, бизнес-дни, это именно время, которое предназначается в основном для делегаций различных там государственных, муниципальных, представителей каких-либо компаний, которые посещают данный транспортный форум, да. А вот уже третий-четвертый день больше, скажем так, открытая выставка для всех посетителей. Ну, вот первые два дня это касаемо как раз-таки, наверное, ожидания вот тех самых людей, которые могут обратить внимание на технологии, которые могут обратить внимание на то, что мы сделали. Вот. Потому что все-таки действительно, да, если вы видели не модели, их уже нельзя назвать моделями, да, а Юнибус и Юнибайк, ну, подобных, наверное, устройств на этой выставке нет. Соответственно, они будут привлекать внимание, соответственно, скажем так, будут задаваться вопросы. Я думаю, что очень активно наработается языком и потренирует голосовые связки Виктор Бабурин, господин Кириченко, который озвучивает новости компании РСВ, да, он знает там несколько языков, соответственно, им достаточно легко будет общаться на данном форуме, скажем так, без переводчика, они могут делиться информацией о развитии технологии теми, кому это будет интересно. Вот. Я не знаю всей программы форума, я знаю, что там проходят постоянные, скажем так, презентации технологий и так далее. Возможно,
И специалисты нашей компании будут где-то в зале, как это обычно бывает. Вот у нас была выставка в Москве, это было. Сибиряков приезжал и рассказывал, скажем так, для тех, кому было интересно, на выставке «Кинотех», которая проходила здесь, на территории бывшего завода «Москвич». Я так понимаю, на территории «Винотранса» выставки то же самое. Будут тематические презентации. И если это будет, я думаю, что опять же это запишут и нам с вами продемонстрируют. Итак, коллеги, еще раз прошу по касаемо вопросов, есть ли у вас какие-то по маркетинг-планам, потому что все-таки вебинар, привязка у нас идет сегодня именно партнерской программы компании Skyway Capital. Да, я смотрю, что-то появилось в чате, сейчас чуть-чуть опущусь. Да, я Бадулой, я понимаю этот вопрос, то есть многих интересовал, да, вот могу ли я сейчас со своими акциями что-то сделать и так далее. Как говорил Виктор Бабурин, у нас нет вторичного рынка, но когда пойдет котировка, когда мы, скажем так, о себе заявим и будет уже рыночная цена определена, например, на тот момент, акции каждый отдельно взяты, да, соответственно, вы уже сможете делать все то, что вы можете делать с акциями там других компаний. Если в этих компаниях не оговорено, да, что вот как бы так вы стали владельцем, и вы можете их только продать компании, например. Вот. У нас сказано, что как бы правообладателем на, если вы акции хотите продать, является компания, но тем не менее, я думаю, что когда мы выйдем на биржу, вы сможете их подарить, завещать. Это то, что принадлежит вам, то, что, скажем так, во всех правовых аспектах может быть передвинуто в любом направлении, это как подарить машину у вас сейчас. Если у вас есть машина на бумаге какой-то, сертификат, да, вы пока ее не получили. То есть, ну, может быть, ее можно продать, но как бы захочет ли кто-то у вас ее брать. У нас четко сказано, что чтобы не создавать вторичный рынок, чтобы не создавать, скажем так, еще больше хаос в головах людей, потому что многие считали нас хайповским проектом пирамиды и так далее, вот, чтобы не было, скажем так, каких-то афер, инсинуаций у людей возникающих, в которых руки чешутся, да, что-нибудь сделать и позаниматься непонятно чем. Вот. До момента, скажем так, начала котировки ценных бумаг, которые у вас есть на руках, ничего с ними сделать нельзя. После дальше уже будет. И как это будет делаться, да, тоже, я думаю, мы после увидим. То есть пока наперед я, например, не являюсь большим специалистом в биржевой торговле, да, то есть я не трейдер, у меня нет такого опыта, как у некоторых людей, которые проводят вебинары, обучают финансовой грамотности, да. Но я думаю, что сейчас есть целый ряд программ, у нас есть IT-отдел. И дальше же, когда мы выйдем на какую-либо биржу, да, то есть, я думаю, в соответствии с правильной работой этой биржи, каким-то образом будет встроена либо программа каждому, либо какая-то одна будет на всех. Это мы посмотрим, когда к этому подойдет. Какие еще есть вопросы? Вот те, кто в Москве, просто хочу, ну, заставить невозможно, да, найдите новость о мероприятии в Москве у нас на сайте в разделе новостей компании Skyway Capital. Приглашайте своих новых людей. Потому что смотрите, действительно, как бы мы рассказывали всегда, я сейчас на вебинарах тоже говорю, что вот раньше, когда мы делали презентацию компании и прочее, мы в основном говорили о том, что будет. 14, точнее, что было, да, 14-15 год, мы подробно рассказывали историю. Потому что ее можно проверить и пощупать было, да, какие-то важные вещи. Сейчас уже на это времени особо-то и нет. Мы кратко представляем технологию, мы говорим, что, как бы, друзья, вот, у вас есть выбор, да, поверить в это и сделать шаг. Хотите в этом убедиться, езжайте в Белоруссию лично. Вот, пройдитесь там вокруг строящегося этого технопарка, посмотрите, что там ведутся работы ежедневные и так далее. Вот, и мы больше говорим уже на презентации. Просто новости, которые у нас есть, да, тоже мероприятие на транс. Опять же, это тоже отправная точка. Как и признание технологии Минтрансом Российской Федерации, так и участие в крупном транспортном форуме. Если мы к этому вернемся, тоже, да, к пониманию, что да не пустили бы какую-нибудь фейковую там непонятную что, да, на такой форум. И не прислали бы приглашение сами. Поэтому это важно для нас. Важно для вас. Главное, чтобы вы это понимали. Итак, коллеги, если больше вопросов нет, то одно могу сказать. Завтра в 17 у нас онлайн-мероприятие, презентация компании Skyway Capital.
Юрий, с опционами вы можете сделать следующее. Чтобы вам хватило до закупки пакета, вы просто дайте еще информацию какому-то количеству людей, и кто-то из них купит, а у вас добавятся денежные средства. Я не могу сказать, что я прям активно разбрасываю информацию, иногда общаюсь с людьми, делюсь там, чем я занимаюсь. У меня немножко капает, да, как мы говорим, и на опционном деньги растут, и на бонусном деньги растут. Поэтому, если вы дадите информацию одному, двум, трем людям, да, кто-то из них может купить и большой пакет, и у вас на акционном будет большая сумма денег. Вы купите, например, пакет не за $15, а может быть за 130, а может быть и больше. Может быть и до 200 хватит, а может быть там 350, 550 и так далее, и так далее. Поэтому что нужно сделать? Заставить вас не смогут никто. Ну, если у вас есть к этому желание, если есть нестерпимое желание, просто говорите, приглашайте. Пропасть, если вы ничего не будете делать, ну, значит, там они и останутся. Это как вот, например, деноминация, да, вот есть, ну, в той же Беларуси, наверное. И там говорят, уважаемые друзья, там, деньги будут ходить до такого-то числа, вы можете на них еще что-то покупать. Я думаю, в Новый год скажут, что деньги уже не ходят старые, но вы можете их сдать в банк. И мы здесь вам говорим, да, мы как бы в банке вы издать не сможете, но если вам не составляет труда, если вы, скажем так, не считаете это ниже своего достоинства давать информацию окружению, делитесь. С бонусными соединять нельзя. Бонусный счет, мы называем его живым, да, то есть вы можете деньги с бонусного счета выводить. Кстати, по правилам нашей компании, если у вас осталось какое-то количество средств на основном счете, никуда вы их не денете. Их с бонусными тоже объединить нельзя, только для покупки пакета. Вы можете соединить с бонусными, Юрий, и купить себе пакет. Вот это вы можете сделать. Заходите в стандартный прайс-лист. У вас, например, на бонусном, на акционном там $20 и на бонусном есть 10. Соответственно, вы выбираете пакет за $30, пишете $20 с акционного, 10 с бонусного и покупаете пакет. Вот это вы сделать сможете. А так, чтобы деньги перебросить на бонусные и вывести, нет. Для инвестиций, пожалуйста. Какие еще есть вопросы? Вот, немного понятно, слава богу. Вы можете объединять все три счета. Если вы хотите купить, и у вас там по чуть-чуть денег есть на трех счетах, пожалуйста. Но вы можете купить с трех счетов только пакеты, которые в личном кабинете в стандартном прайс-листе. Потому что с акционного нельзя купить пакеты в рассрочку. То есть это просто невозможно. Да, вы не добавите эти средства к тем, что которые у вас есть. Вот. Есть пакеты, которые вы можете купить только с бонусного счета. Их всего 4. Там от 250 до $1800 такие пакеты, у них выгодный дисконт. Там можно только бонусный счет использовать. Одно могу сказать, смотрите, вот у нас до сих пор люди некоторые делают вещи, которые, скажем так, ну, по большому счету, они делать не должны. Мы говорим на вебинарах по личному кабинету, да, когда вы заходите в личный кабинет раздел «Инвестировать», у нас по каждому пакету практически есть кнопка и написано подробности. Вот. Ознакомьтесь с этой информацией, потому что у нас люди умудряются оформлять на себя, либо, скажем так, на супругов, да, пакеты, которые мы говорим в рассрочку на детей до 17 лет. Они в рассрочку, сразу информация не высвечивается. Но когда вы выплатите эту рассрочку, вы не сможете оформить это на себя, потому что там пройдет дата рождения только, скажем так, от 0 до 17 лет. А люди умудряются оформлять эту рассрочку, платить, и потом задают вопрос, а что мне делать? Читать надо внимательно, когда идет кнопка такая, подробности, на каждом пакете сейчас сделано для удобства. Нажали кнопку, прочтите, что это за пакет и как можно оформить. Вот. Мы имеем дело с деньгами, да, то есть относитесь серьезно к своим деньгам. Оформили сертификат, подпишите договор, если это надо делать, да, подгрузите документы и так далее. Ну, а у нас бывает много несерьезного в отношении с инвесторами, то есть они делают как попало, а потом пытаются виноватить как бы компанию. Вот это бы я желаю, чтобы у вас никогда не возникало. Ну и своим партнерам тоже объясняйте по максимуму, да, что им нужно сделать. Итак, коллеги, у меня, в принципе, все. Да? То есть, маркетинг простой. Было бы желание, скажем так,
иметь дополнительный доход сейчас, дать информацию об этом доходе кому бы то ни было, кто вас окружает, да, потому что, в принципе, сотрудничать с вами может абсолютно любой человек, любого возраста, да, ну, желательно, скажем так, совершеннолетний. Загранпаспорт, ну, у нас и по загранпаспортам оформляют, да, потому что есть разные страны, у которых, например, вот Белоруссия, у них один паспорт на все случаи жизни. У нас есть Казахстан, в котором документом является удостоверение личности, да, у них есть такое. Вот. Есть люди, которые оформлялись по загранпаспортам. Но может, когда вы будете подписывать договор, потребуется документ, да, если вы укажете, там же еще есть место проживания сейчас, да, обязательная идентификация. А в загранпаспорте не пишется адрес ваш. Соответственно, вам придется подкладывать какую-то квитанцию об оплате услуг в привязке к тому адресу, который вы указали. Вот. Такие дела. Если есть и гражданский загран, ну зачем себе создавать сложности? Какие еще вопросы есть? Потому что, в принципе, сложно, как я вам говорю, ничего не сказал. Вот. Разобраться в этом может абсолютно любой человек, не являющийся ни математиком, там, ни маркетологом, да, ни кем-то еще. Один-два раза послушав информацию по маркетинг-плану, прочитайте в личном кабинете. Ну а если вы хотите, скажем, чтобы она просто доносилась до людей, которые вас окружают, приглашайте их на вебинары. У вас будет строиться партнерская структура, люди будут понимать, от чего они зарабатывают деньги и так далее. У меня, наверное, на этом все. Вот. Да, спасибо, Эльвира. Маркетинг прекрасный тем, что он из-за того, что первая причина из-за того, что он простой. Я не могу сказать, что он там самый денежный, потому что об этом можно спорить до потери пульса, да, с большим количеством сетевиков. Но приличный процент выплаты, да, и позволяет зарабатывать серьезные деньги. У меня на этом все. Буду рад вас видеть завтра на вебинаре по. Точнее, на вебинаре, где мы будем проводить презентацию компании Skyway Capital. Да, возможно, завтра, не знаю, как будут завтра, будут ли технологические вебинары, да, которые обычно у нас ведут Сибиряков и Суходоев. То есть они ведут 12-13 и 19-20. Они сейчас на трассе оба. Может быть, будут включаться в перископ, может быть, что-то еще, не знаю, будут ли они заходить в комнату, смотрите за новостями.